Привет, друзья! У нас сегодня мороз небольшой. Все покрылось таким вот, как это, иней, да? Нет, наверное, не иней. В общем, замерзла немножко земля. А теплица тоже покрылась льдом. Честно, не знаю даже. Прогноз погоды не смотрю, теплицы не протапливаю. Думаю, что весна пришла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Даже здесь немножко замерзло. Что это я так? Что это я так? Нормально все. Это возле стенки, наверное. Ой-ой-ой. Что ж я так? Плюс один. Там уже солнышко пытается греть. Наш лучок колосится. Редиска. О, там какой-то зверь лазит. Ну, уже вон какая редисочка. На салатик скоро пойдет. Потихонечку растет. Очень потихонечку. Ладненько. Укропчик такой уже. И кинзочка. Здесь выросла картошка. Причем, по-моему, это синяя картошка. Как она сюда попала? Может, несколько кустов посадить, будет ранняя картошка. Не, не буду сажать, потому что здесь помидоры будут по весне. Чё, клубничка, не цветешь? А вот ягодка. Все очень медленно происходит. Холодно. Здесь что-то такое большое. Подросла за недельку. Летом бы, наверное, уже созревала. Очень медленно происходят процессы все эти пиццы. Ну, холодно, да, света. Мало светового дня. Мало, короткий. Ой. Кос еще покормить. Надо посмотреть прогноз. Надо протапливать. Так, приду, а все померзло. Ой. Друзья, вы знаете, вот насчет беспорядка. Согласен, что много что надо убрать. Но убрать как? Чтоб оно не стояло в беспорядке. Его надо либо выбросить. Либо сжечь, да? Вот, и будет полный порядок. Ну, не хочу ничего выбрасывать. Как бы все оно куда-то на что-то есть планы. И специально вот сейчас, когда хожу по гостям, смотрю, что где у кого стоит, что где у кого лежит.
Вот, многие люди, которые нам как бы советовали даже там, не скажу кто. В общем, у них тоже далеко не порядок. Некоторые даже хуже, чем у нас, ну, на мой взгляд. Хотя, конечно, но я думаю, со временем все оккультурится. Всем привет, друзья. Привет. Что на мне? Попробовал я эти твои сегодня. Кексики. Вообще они называются мафины. Но, видишь, формочки, они так хорошо запеклись. Прям как настоящие. Ну, вкусненько, мне понравилось. А вот эти, они без формочки, они, конечно, расползаются. Обязательно, даже если бумага, нужна формочка. Так. А это те, которые еще в силиконовой форме стоят? Да, да, это в силиконовой форме, видишь. А вот такие они, вот так вот они расползаются, некрасивые. А вот эти такие прикольные, красивые. Это уже дети выковыривали. Угу. Что, будем бомбичков? Должны. Так. Привет! Я в зеркале. Это нужная вещь. Нужная вещь. Там недавно купили. Нет, это уже. Ну я этой штукой не пользуюсь. Толя рубашки не носит. Пока. Дошли до шкафа. Что тут у нас нет вообще? Наверное, все показывать не будем. Давай, показываем. Я вырежу потом. Так, это, наверное, может... Как... А это что? А что? А кто там пластилин Бошка спрятал? Алиса, это ты спрятала? Вот это ты спрятала? Да. Зачем? На. Ну, что мне это не трогал. С какой половинки начнем? О, это, короче, когда-то шкаф был сеструхи, и она вот это вот повесила, это, по-моему, из журнала «Советская эстрада». Не. Это Алла Пугачева. Да? В фильме пришла и говорю. Подожди, «Советский экран». Это был журнал «Советский экран». Она вырезала, говорит, так утром, говорит, открываешь. Типа, вау. Да. Это Алла Пугачёва. Короче, это ну, приклеено на этом, кстати. Как его? Я его не отдираю, он уже висит тут 300 лет. Лейкопластырь. Лейкопластырь, да. Мишка пробует. Это моя. Ты её прочитал, кстати. Моя куртка. Твоя? Я в нее не влезу. Да, это старая моя. Ну, есть к чему стремиться. Не хватает. А так бы носила. Сил не хватает? Ты сильнее его так. Сил не хватает худеть. Худеть? Куда мне сильнее? Ладно. Кому отдать куртку? Давай, худей. Нет, она старенькая уже, наверное, да? Она уже старенькая. Дома носить можно, по двору ходить. Может, кому-то надо. Обращайтесь. Просто так. Так, что? Не знаю, вам работает, но она... Дальше, это бабулина. Бабуля, интересно, приедет у нас. Бабуля носит. Это тоже бабулина. Модная бабуля. Нет, она тоже, ну, так вот это оставила у нас, чтобы можно было по двору ходить. А. Так, это тюли на кухню. Наши тюли старые. Но я их уже вешать не хочу. Можно в домик, но я не знаю, они по рисунку вроде как не подходят, так как тут... Голубое есть. Вот тут. А что там голубое? Ой, какие они огромные это были. Да, я типа того же хочу, но хочу чисто белые. Вот, это уже
Может, повесишь туда? Я могу тебе погладить, если хочешь, на то окно можешь повесить большое. Посмотрим. Да я хочу штору и все. Нет, чуть повесишь, вообще будет шикарно. А там же одна маленькая. Одна маленькая, то да. Окно одно маленькое, одно большое. Да, тут что только нет у нас. Это мои вещи. Это кофта детская давая. Детям, кстати, можно носить. Это тоже детские вещи. Это мы уже, наверное, носить не будем. Это моя кофта. Так, мне нужен уборник. Это я складываю. Тоже на выброс надо. На выброс? Да, это старенькая, порванная тут. А, это пододеяльник старый. Ну да, ты. Он уже порвался. Ткань уже такая, что рвется. По-моему, вот это, не помню, по-моему, вот это. Да где-то он порвался, да, я помню тоже. Вот так вот не видно, слушай. Чего пододеяльник не рвался. Это можно на ту кровать постелить вместо покрывала. Вот тебе, слушай, классно. Я придумала. Я думала его выбросить. Но не выбросить, там на тряпки куда-нибудь пустить. А, наверное, порвалась простынь, скорее всего. Этот еще надо. Посмотрим. Да, я хотела это на тряпки уже отправить. Это, конечно, дорогой подарок. Это если подруга смотрит, она скажет, ого, Надя, во ну, что это превратила. Уже износилась. Да. О, это мое рабочее. Это шкаф-склад. Зонтик. Поломанный зонтик. Без ремонта? А ну, может, ремонта. Это совсем не ремонтируется? Да. Это рюкзачок. Ой, это мой рюкзак. Когда-то с ним путешествовал с рюкзаком. Мама, смотри, как красиво. Красиво. Старые подушки. Может, выбросить их тоже. Вау. Толины любимые джинсы. Это мои любимые брюки. Я в них не влажу уже много лет. Я мечтаю похудеть до этого размера. Ну, мне это не светит. Я тоже мечтала похудеть до этого размера, но я не знаю, что это нереально уже. Нет, это желание, сил, воли, сила воли. Поэтому, вот. И жалко выбрасывать вроде как, а оно лежит, захламляет все. Ну да. Надо уметь выбрасывать, наверное. Не знаю, нужны ли они кому-нибудь старые вещи. Это точно на выброс надо. Ой, какие вешалки ужасные. Как выбросить на эти вешалки? На них ничего не это. Давай их повыбрасываем. Не знаю, зачем мы их купили. Ну, там детский платье повесит. Рубашки детские. Так, это эмбулятор мы им пользуемся. Остатки от тюлей туда. Собираю, думала, вдруг там пригодится на подделку какую-нибудь или еще на что-нибудь. Вот, в итоге оно, понятное дело. Все лежит. Так, папа, это твои? Это мои. Здесь вот... Ой. Если помнишь, здесь вот гости из будущего, то я сам записывал диск. И вот это... Ой, как же она называлась-то? Про девчонку Майя. Ну, на родном языке. Вот, спадла с облаков. А у нас, по-моему, называлось «Приключения в каникулы». Надо фен, кстати. Детям здесь бывают периодически волосы сушим, поэтому фен лежит не в ванной комнате, а здесь.
после купания мы выходим и сушим здесь волосы. Чтоб уже не ходить в ванную комнату. Так, это нам тетради надарили. Но уже я сюда их клала, чтоб дети не трогали. Шкафы, категорически шкафов не хватает. Такой блокнот интересный. Это тетради, конечно. Это с Германии, по-моему. А почему ложку от пазы качалика вынесли? С промокашкой. Посмотрите, вон там. Ничего мы не выбрасывали. Ищи. Ну, значит, где-то потерялась. Что там еще? Так, нитки почему-то здесь лежат. Это? Да. Это что? Это мешочки я делала когда-то. А что там? Соль. Ну, ноги клала, разогревала соль и грела детям так ноги, когда они маленькие были. Так, вот они, 4 мешочка. Всем по мешочку было. По одному мешочку на одну стопу. Это мешочки с солью? Да, это мешочки с солью, чтобы разогревались ноги. На стопу вот так кладешь, греешь их сначала. Можно в духовке разогреть немножко. Либо высыпать соль. Потом обратно в мешочки... Вот так вот на всю стопу расправляешь, а сверху одеваешь носочки. Я вот так вот ноги прогревала, когда они болели. Так. Это книжка. Это брата моего. Так, вот Толя любит собирать старые деньги. Теперь у нас в доме валяются... Там в углу старая денежка, там. Я нахожу и кладу куда-нибудь наверх, чтобы... Не потерялись. Держи, это твое. Детвора все порвали. Это трояк. 3 рубля. Так, это трусы. Ну, по наследству достались, то ли. Раритет. Так. Дата выпуска. Октябрь 1989 года. Не видно. Вот. А, вот. В конце октября 1989-го. ОС написано, арт, модель, размер 170 на 106, 176-104. Сорт хлопок, хлопчатобумажный 100%. Розничная цена рубль 95. Что-то дорогие трусы. Вот такие вот труселя. Да. А вот такая вот этикетка на них с другой стороны. Навьё. Ростоб. Ростоблместпром. Это предприятие изготовления. Семикараковский район. Вот такие трусы есть. 89 года. Сколько им лет? А ну посчитай. Октябрь. Еще столько пролежал, я думаю. Пусть лежат. Там даже по ГОСТу все написано. Таких трусов точно ни у кого нету. Так, ой, и тут бисер. У нас везде бисер. Вот я здесь бисеры у нас. Детям тоже. Думаешь, вдруг что-то будем творить. То мы браслеты им делали. Вот розовый бисер еще остался. Это наверное, не нужно нам тут. Не знаю, что там. Это потом почитаешь. Да. Это не на камеру. Понял, что?
А что, можно на камеру сказать? Не, ну не читать, а просто сказать, что мы... Выпишись. Не. Не выпишись, мама. Оставь. Так. Это моя карточка. Вот. Шахазаны. Карнашский район. Улица Советская. Мы проживали дом 64. Александрова Надежда. Угу. Это моя медицинская карта. Так. Это мы. Золото покупали. Ювелиры в карате. Обручальные кольца. Ну, короче, нам надо ни к чему. А все хранится тоже в медицинской карте. Это просто. Ладно, потом переберешь. Вот моя зарплата. А вот моя зарплата. Ой, это большая зарплата имени Алмазова. В Питере сколько я получала? Получала я вот аванс 5, аванс 9700, аванс 3100, аванс 2200, зарплата 25500, зарплата 4600, зарплата. Ну, короче, а почему тут два раза? Я уже не помню. Ну, короче, огромная зарплата была. Это 2013 год. По тем временам это была вообще большая зарплата. Короче, сейчас столько не получаешь, конечно. Ну, ладно. Ну, ты не в Алмазово работаешь. И я не в Алмазово работаю, но, тем не менее, зарплаты, где я работаю, тут очень хорошие. Так, это мой паспорт. Это мой новый паспорт. Ну, ладно. Я думаю, что это ничего интересного. Тоже можно выбросить, а как поставить. Как поставлю. Ну, ладно, я потом еще пересмотрю. Как бы оно вроде не надо. А выбрасывать жалко. Думаешь, а вдруг, а вдруг? Угу. Так. Ты... Это я. Раньше модно были такие фотографии. И это ты? Это тоже я. Здесь мне 4 года, здесь мне 7 лет. Похоже? Слушай. Че? Че, на Таю похоже? На Таю. Я вот смотрю тоже, как будто Тая. Я вот думал, Алиса на тебя похожа. Тая на тебя похожа. Слушай. Я Алиса, в шоке. Алиса, Тая, идите сюда. Это кто? А ну, кто это? Кто это? Стайгим. А? Кто это, Тая? Стайгим. Не знаешь? А это кто? Мама. Да, это... А это кто? Тоже мама. На кого мама похожа? Мама тоже такая маленькая была, как вы. На Таю? Мамы. Друзья, я думал, младшая дочка похожа на меня. Смотри, тут газета. От фотографии газета. Увеличить доход 10 раз. Создание корпоративов. Что там? Опираясь на аренду. А кто оторвал? Ленин. Ну, это дети наши. Да не вытаскивай, порвешь. Так интересно, это тут Ленин. Сзади фотографии. Это подкладывали, чтобы немножко это амортизировало. Вот, это 91-й. Здесь тоже, наверное, газета. Тут нету ничего, мне кажется. Есть, есть. Тут вообще оно такое, а тут оно чувствуется. Да? Да. Вот такие у меня два фотографии. Стареньких. Слушай, как Тая на тебя похожа, оказывается. Тайный. Да? Я думал... А я еще говорю, это мой характер такой вредный. Не, характер может быть твой. Не-не-не, все, похоже на тебя характер твой. Так, это полет Анжелика Вишня. Убирай топор это. А тут что? Это бабулина, наверное, документы. Разберем потом. Что у нас мусор? Так, тут лента опять, молния. Молния? Да, там вот чемодан, мой швейный чемодан. Тут полотенца вафельные. О! Я не помню, на
покупали, я уже не помню. Тут это бабуля у нас натиралась. Натираться, да, миновозила каплю. Ну, я тоже это люблю, если честно. Так, флакон отдельно, надо выбросить. Да, флакон отдельно. Так, ну это понятное дело, тут постельное белье, наволочки сложены. Я тоже думаю, что вот это мне не нравится. Слушай, мы белье покупаем постельное? Мне вообще не нравится постельное белье, которое продается сейчас. Ну вот я покупала, вот написано Поплин, по-моему. Может, оно то, что дешевое, вот, оно мне вообще не нравится. Ой, гладить его невозможно. Обычно, особенно таким простым утюгом, как который у нас сейчас. Вот это тоже не хочу, Толь. Вот ты говоришь, переберем. Вот это мне вообще ничего не нравится. Вот из этих вот оно вообще не нравится. Ну, вот то, что не нравится, давай это. Вот это хлопок еще нормально. Это тоже мне не нравится, это не нравится, это не нравится мне. Ты говоришь, убирай то, что вот я тебе говорю, мне не нравится. Ну, давай его, либо он... Не знаю, что с ним делать. Может, мыть что-то. Может, кому-то отдать его, я не знаю. На постельку, может, кому-то надо. Потому что... Ну, не гладить неудобно, никогда кровать застилаешь, оно когда спишь, оно вот так все комкается под тобой. Так, папа, тут уже бабулины вещи. Да? Да, тут уже бабулина, тут бабулина. Но... Тут у нас... Ага, это раритет раритетов. Короче, не дом, а музей, сейчас... друзья. Сейчас у многих будет ностальгия. Я храню так вот прикольно, думаю. Два пакета, пока развяжешь. Ну, чтобы не портилось. Вот. Внимание. Поехали. Тетрадь для черновой записи. Такая вот. Не меня... расчерченная, ничего. У меня такой не было, слушай. Цена 10 копеек. Тираж 50 тысяч экземпляр. 89-го года. Но трусы стали. 89-го тоже трусы, да, были. Короче, все одного года тут. И трусы, и тетрадь. Тетрадка черновая, 89-й год. Так. Это такая тетрадь толстая, узкая. 96 листов, цена 42 копейки. Ну, 74-й год. Год 74. Москва. Восход. Восход. Такая вот обложка еще, как типа под кожу. Ну, у меня тоже такие тетради были. Да, раньше такие. Ну, сейчас тоже такие есть. Есть? Да. Ну, это новая тетрадка. Это новая, да? Да, это тоже, это, наверное, кто-то дал или что? Я положил просто до кучи. Вот ты, которая достала, тоже их сюда положим. Вот это вот, вот она, вот это вот старость. Это. О, вот это в большую клеточку, я помню. Такие огромные клетки. Не было у вас таких? Ну, наверное, были, я просто уже не помню. У нас были такие вот в большую клетку. Тетрадь общая, 48 листов, цена 20 копеек, ГОСТ 13.39. 79, ГОСТ 79-го года. Такой вот. Такой, наверное, даже писать не рисунок. Будем. Рисунок. Ну, такая же. Такая же, да, тетрадь. Вот, с такими я в школу ходил. Тут полосочки мелкие, по-моему, да, такие снаружи? Да, я вот ручкой там вот чик-чик-чик их зарисовывал. Тоже большую клетку. Тоже, наверное, 79-го, да? Тоже 79-го, тут плохо видно, цена 20 копеек также. Да. Это такая же, наверное, тетрадь. Ну нет, это мелкую клеточку уже. Оранжевая обложка такая. Это все ни разу не писанное. Тоже 79-го года, да, это чистый. Тетради чистые. Я всегда думал, придет ребенок там в школу, скажет, где ты такую тетрадь взял? Это цена 44 копейки, 79-й год. Ну, это ГОСТ 79-й, выпущена она позже, по-любому. Но она советская. Ну, тут уже листы такие белые, те были желтые. Да. Побелее. Это такая красивая вообще, красная. А. Вот такая тетрадь, она уже видно, что давно лежит.
Да. Поля уже пожелтели тут. С промокашкой, да. Промокашечка с такой. А ну, сзади. А, таблица умножения. Я хочу вот найти город тетрадь. Были правила октября на тетради сзади. Вот мне попадается такое. Держи. Это... А здесь есть какие-то записи? Клубника 2. О, цены, друзья, это цены. Дядя Толин писал. Я не знаю, какого года тетрадка. Вот. 2 рубля полкило клубники. 88 копеек обед. Талон на трамвай 27 копеек. 3 копейки обдурила на талонах. 54 копейки обед. 10 копеек полбулки хлеба. 1/2. 2 рубля 40 копеек 30 штук яйца. А здесь, наверное, даты стоят. 1, 2, 3, 4, 5. Что-то вот обед 74 копейки. 5 копеек обманула на обеде. Обманщица какая-то, да, вот? Да, Толин дядька все контролировал. Да, а вот опять 6 числа 68 копеек обед. И копейку обманула на обеде. Что ж так обманывают-то? Вот. Дальше не обманывали больше. Дальше не, больше не обманывали. Наверное, уже попросил, чтобы не обманывали. Сахар рубль 68. Интересно. Колбаса полкило, рубль 20. Сметана 0,5 литра, 90 копеек. 20. Это были в Ростове такие цены. Это тоже, наверное, 80-е годы. 80-е, 90-е. Это такая же тетрадь. Ну там чистая, по-моему. Цена 2 копейки. Две? Цена, да, 2 копейки написано. Цена тетради. Цена тетради 2 копейки. Вот обманула на обеде, купила тетрадку. Так, это то же самое. С каждого по 2 копейки упаковка тетрадок. У меня такая была тетрадь. Вот такая, да, у меня тоже была. Такая прям была, синенькая и голубенькая. Она просто огромная. Да, это... 95 копеек, 96 листов. Один лист, одна копейка, грубо ингурийский говоря. Ингурийский ЦБК. Чей? Ингурийский какой-то. Ингурийский. Тоже такая огромная. Тоже. Тоже самое, только бушка другая. Это книга учета. Ну, это тоже как тетрадка. Ну, да, обычно это... А у меня были такие черные. Я в школу покупал, мне так нравились, только они были еще зелеными листами. Такие светло-зеленые листы. И у меня было, знаешь, вот так вот была алгебра, а потом вот так вот переворачиваешь, геометрия. Тетрадки на год хватало такой большой. О, это что, альбомные листы? Нет. Нет. А что это? Это, короче, смотри. Вот это вот, писать, это лист, да, это он ложится под низ, да. Да, у меня тоже такое было. А это, о, это как оно? Оно вот так, наверное. Как блокнот, да. Для реферата, для дипломных работ, наверное. Блокнот, это такой блокнот написано. 31 копейка. Интересный блокнот. Потом идет для черчения. Для черчения, для альбом. Ну, это как альбом для рисования, только для черчения. Ну, там листы потолще. Для черчения были листы потолще. Это я помню точно. Да? Да, вот попробуй. Так ты тут их кучу. Ну да, толстые листы. Ну да, для черчения двух листы они отличались. И плотные. Так, какого года? Не написано. 75 копеек. Ну, на этом все. Это опять мы будем складывать это, потом. Ну, сложим, да. И туда эти тетрадки, которые новые, тоже положим. Да. А, это, смотрите, этими красками я в школе рисовал. А, краски сухие. Мосбитхим. Школьные оформительские. Открой. Набор 12 цветов. У меня тоже такие были. Кисточка. Некоторые даже...
В общем, многие помнят такие краски, да? Я помню, как новую открываешь, не переворачивай. Они немножко начатые. Но... И запах от них такой. Да, сейчас. Да, до сих пор пахнут. Знаешь, так краски пахнут. Запах детства, да. Да. Это мы даже детям пока не даем. Этот на ой, этот уже. Это Алиса в Зазеркалье. Алиса в Зазеркалье. Мы купили книжку, еще когда она маленькая была. У нас еще есть большая книжка, там цветной картон. Альбомы у нас такие. Это папка с рецептами. Да, это. Это закладка. Это закладка. Брат у меня вот тоже, он такой все щепетильный был. Мои все уже порвались, у него вот мы привезли из Чувашии 88 года эти закладки для книг. У него все сохранилось. У меня ничего нет, вот персидские кошки, немножко написано они. Вот, ангорская кошка, кошка с острова Мэн, короткошерстная тигровая кошка. Вот такие вот закладки. Ну, их было больше, конечно, но вот 3 штуки остались. Вот такие раньше были закладки для книг. Тут еще даже что-то написано. Моют кошку очень редко, теплой мыльной водой, не втирая мыло в шерсть. Затем остатки мыла тщательно смывают чистой водой. Котенка легко приучить к порядку. Как можно раньше покажите ему ящик с песком или обрывками газет. Вскоре он сам будет находить отведенное ему постоянное место. Месячных котят нужно подкармливать молочными кашами, овощными супами. Чуть подросшим дают 1/2 чайной ложки мясного фарша в день. Вареную рыбу без костей. Пища взрослой кошки должна быть разнообразной. Раньше интернета не было, видишь? Да. Все писалось, надо было читать. Мне календари нравились отрывные, на каждой странице что-нибудь новое. Тут очень много интересного. Написано, кошка живет с человеком уже несколько тысяч лет. Принято считать, что впервые приучили ее в Древнем Египте. Ну и так далее. Ага. Ну какой коврик красивый собрали, молодцы. Вот это детальки, которых не хватает, это вы потеряли. Ну что, продолжаем, мам? Ну, тут наушники почему-то откуда-то, я не знаю. Я сколько... сюда не клала. Да ими никто не пользуется. Сколько телефонов, да? Наверное, даже ни разу не включались некоторые. Это подарки нам. А там и этот, я Шалес еще сам печатал. Да. Ну, кто капризничает? Это Толя Алис печатал. Да. Сам хотели играть. Может, купим? Надо устроить этот как-нибудь вечеринку. Я вообще ничего не знаю, мне так стыдно. Я вообще не интеллектуал, к сожалению. Вот. Фумигатор. Тут куча у нас, такой бардак. Только. Вот фумигатор, у меня где-то коробка с фумигаторами стоит, потом ищем. Ручка, ну это бабуля, наверное. На подоконник пока уберу, будем убирать. Так, тут бисер опять у нас, везде бисер, на рукавник. О. Один есть, я думаю, где другой. А вот тут. А где другой? Там, в моем шкафу. Ой. Так, ладно, остальное, я хотела показать это. Тут этот. Такой платок старенький, конечно. Даже это не платок, это конверт, но это очень старые вещи. Тут тоже полотенце старое. Это мне досталось по наследству. Хранила для лучших времен. В итоге она вот все лежит. У нас тоже новые полотенца некоторые лежат. Поэтому надо пользоваться, наверное. Да. Не жалеть. Оно все потом. Легла на стул на твой. Ну ничего, подожди минутку, она встанет. Полотенце тоже. Не написано дата выпуска, 1908. ГОСТ 82. Выпущено в 80-х, да. Смоленская область. Ой. Такие вот старые полотенца, друзья. Нам тоже дарят иногда полотенца. Мы не успеваем пользоваться.
Не, вот эти можно, вот нитки почему-то только тянутся, надо пообрезать. Не рви, не рви, пообрезать их надо. Я не рву, надо пообрезать. Ой, что ж ты так куколку-то свою, это Герда, да? Да. И Герда. И же больно. Короче, вот так вот. Угу. А что внизу там? Постельная? Да. С моими фотографиями. Так, это постельное. Новое постельное белье. Это на маленькие надо, да, кровати? Да, это все полторушка. Даже нету. Ростовская область. По-моему, это тоже что-то старенькое, нет? Азовская швейная фабрика, город Азов. Да не, тоже не старые, это не старые. Да. Мы их перекладываем. Вот это я не пользуюсь, потому что оно мне не нравится. Я думаю, что оно постирается, тут просто видно вот такое белье, я уже брала. Стираешь один раз и все. А оно уже все, никуда. Ну, хоть раз попользуемся. Бязь. Бязь я не люблю. 100% хлопок. Не знаю, конечно, может оно и нормально. Может я и наговариваю. Ну, вот это красивое постельное белье. Это нам родственники дарили. Вот сатин 3D. Мне оно очень нравится. Но оно маленькое, на полторушку идет. Тоже на полторушку? Да, да. Получается, здесь только на детскую кровать. Вот она по качеству мне очень нравится. Вот. Ну, тут тоже постельное белье. Все на этом, друзья. Тут можно посмотреть снизу. Тут, я помню, диски были у Толи. Сейчас не знаю, что тут. Ой. Тоже диски, ничего не поменялось. Здесь, да. Ой, и вода. Ой-ой-ой. И тут тоже. Ого, каких у меня. Я думал, у меня их уже нету почти. Да, то ли столько выбросил, столько раздал. Я выбросил гораздо больше, чем вот здесь. Еще и пораздавал кучу. Ну, очень много было, конечно, дисков у нас. Везде дома диски. Вот такие есть у меня интересные. Здесь 10 дисков. Это Булгакова. Бин, еще один. Тарзан мне очень нравится, может, Деторию посмотрим. А мы смотрели с тобой. Мы не все смотрели. Так, это черно-белый еще. Это ага. Все хорошо, я думаю, что с этим делать теперь? Старыми вещами, старыми подушками, что? Опять их складировать? Не, давай, наверное, это. Выбросить. Сейчас в какую-нибудь большую сумку их что-то выбросим. Я могу взять на работу, у нас там вот руки часто нечем вытирать, в мазуте ковыряемся, когда. Давай, сложим вот. Все. Постельная, которая страшненькая уже, ну как страшненькая, да. Старенькая. Ну старенькая, то она тоже руки не будет вытирать. Будет. Будет. От мазута будет, да, прекрасно вытирать. Хорошо. Так. Еще ну, сверху там будет? О, сверху, поснимай. Ой, это мы купили игра Memory. Да, по две картинки. Какое? Вот, а дай вот им. Такое мы играем. Дай им, пусть. Не, пусть то уберут, с чем играют сейчас. Потом, уберите да. Коврик, сложите в мешочек. Здесь вот купили вот такой набор. Мы тоже даем вот, по празднику. Знаете, все думаю, вот будут играться. Они вот разбросали, бросили, все, вот мы собрали. У меня голова начинает болеть, извиняюсь. То есть вроде бы думаешь, вот будут играть. Хватает их на 10 минут. Шикарно здесь раскладывается. Ну, вот такой вот мольберт с двух сторон. Прищепки. То есть можно вдвоем один с одной стороны сидеть рисует, другой с другой. Набор не, такой. Алиса рисует, конечно, я не спорю. Ну, Алиса, да. Тая. Тая пока у нас. Ух ты, а ну покажи. Ой, какая красота. А ушки длинные сделай ему. У него же ушки длинные.
Так, это что такое? Так, а здесь у нас конверты. Ой, тут да, конверты, открытки. Календари, то, что жалко выбросить. Да. Да, я вот все говорю, супруге, надо учиться выбрасывать, а сам такой же. А я не могу, мне жалко. Вот. Такие вот красивые. Это на свадьбе, наверное, да, там что-то поздравляли? На свадьбу, да. Сейчас посмотришь, Тая. Тая. Нет, очень красивые открытки, ну как их выбросить? Да. А мне вроде и не нужны, но... Так, просмотришь, почитаешь. Так, это мой спальник. Ты что, его порвал? Нет. Это спальник. Я в рюкзак, наверное, его положу потом. Или сейчас вот закину. Может, в поход выберемся когда-нибудь? Ой, это мои вещи старые. А там, по-моему, пусто что-то. Нет, там такой платок должен. Пусто, да? А там кофточка какая-то. Вот это плед. Это у нас спальня была, да, в этом? Нет, это был плед. Нет, плед. Это плед. На день рождения. Ой, это видеомагнитофон рабочий. Вдруг захочется кассету посмотреть с моим выпускным. Какая-то бумажка. Выброси. Газетка. Здесь. Ух ты, какой красивый зайка, папа. Угу. Ой, балалайка, она вся в пыли. Жалко выбросить. Это я не знаю, откуда у нас эта балалайка. Алиса, подожди, мы ее протрем, потом... Вроде бы как одна из бабушек подарила. Вроде бы как. Можно уточнить. Там внутри можно посветить. Год, когда она сделана, внутри наклеена. Угу. Этот балалайка, сколько я живу, столько помню эту балалайку. У нас еще гитара была. Балалайка. У нас еще гитара была. Я ее отдал знакомому. Еще Надюшин баян был. Мы его продали. Да. Тоже старый. Был там. Что у нас столько не было. Да, еще столько всего осталось. Потихоньку расхламляемся. Ух ты! Только аккуратно. Толя, шкаф упадет. Ты шкаф поломаешь. Это ты сюда положила? Нет. Не помню. Ледники. Это обогреватель. У нас их два. Я как-то переделывал газ, проект на газ. Два месяца был без газа. Купил электрообогреватель. Это было зимой. Самое интересное, что газовая компания... Папа, ты весь разобросал. Ужас. Будешь там убираться. Газовая компания посчитала... В среднем по кубатуре, сколько я должен был расходовать газа. Я был без газа, но заставили оплатить. Ой, бисер рассыпался. Кто его убирать будет? Да. Опять я. Кошмар, Толя. Зачем ты так залез? А? Сейчас будем убирать. Угу. Будем. На, друзья, на этом пока все. Сейчас тут подуберемся, будем шкаф выносить.